что, Диман, попозже поедем? Не, ну сейчас вот проедет основная масса, да? Угораете, что ли? Да ладно! Нифига, ну фаер высокий так-то, по идее. Вклиниваемся в поток автомобилей, друзья. И я буду комментировать сейчас все происходящее. Я не буду молчать. Я буду комментировать. Я ж комментатор от Бога. О, Джика. О, Урал. А, нет, это Днепр. Днепр, Днепр. Кастомный Днепр. Че, мы ждем светофор, что ли? Ну ладно. Нифига, насколько, нас очень много людей. Нас очень много людей, ребята. Ставьте лайкосик. Вот и покатили, пацаны. Так, 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 водители автомобилей, маршруток и прочих железных коробок. Будьте внимательнее в сезоне в 2021 году. У нас много пацанов, и мы тоже хотим жить. Мы тоже сами ездим также на автомобилях, когда идет дождь или когда на улице зима. Да куда ты сигналишь, ёптик?
Кому ты сигналишь 47-й маршрутчик сзади? Ты не видишь, подожди. Рассигналился тут. Вот этот человек явно не любит мотоциклистов, раз он так поступает. Наконец-то фаер задышал. Ну, спортоводы полетели. Стреляют банки хорошо. Баночки стреляют просто на изи. На изи у пацанов. Нормально, мне по кайфу, вот когда так баночки стреляют. СМ Свобода, пацаны рулят, реально. Классная банда. Короче, ждем светофора. Вот столько нас много людей. Очень много, ребята. Солнечек бомбит, тоже шикарно. Пролетела зима, да? Когда мы там? 3 октября, 2 октября, 3, по-моему, закрытие было.
дня. Это просто замечательное открытие сезона. Просто вам не передать всю атмосферу. Девчонки даже за рулем. Нифига себе. Вот, в принципе, и все, ребята. Вот у нас такая большая колонна. Я считаю, у нас очень много человек. И то мы еще выехали не все. Нормально газует, да? Куда? Опа, велосипедист. Это может быть, ну, прям молодой парнишка совсем на питбайке. Может быть, смотри слева. Вообще пипец, не заметил. Этот, куда ты тоже прешься, блин, реально? Куда ты торопишься, чувак? Колонна-то едет, надо уступать, пропускать. Не нужно быть таким наглым, блин. We'll be right back.
Канам-то перепишка. А вот она. Надо тоже поснимать ее, Канама. Вон, какие-то лужи, а только может помыть. Давайте, ребят, езжайте! Езжайте, чё вы! У нас очень много выехало людей. Это вам просто показалось, что нас мало. Вот кадр, апа! Девчонки аж подпрыгнули, блин! Вообще прям, я угарнул. Да, литруха в городе греется, даже пусть погода плюс 15 максимум. Даже небольшая скорость, все равно литр греется, ребята. Литр не для города. А что говорить уже в жару?
Так, что-то там движуха. А, паркуемся? А, в музей. О, Honda Africa Twin. Это случайно тоже блогер, по-моему, не Олег Кувшинников, если я не ошибаюсь. Автомобилист прям ехал, да, там слева я заснял вообще. Да, до одной до тормозки надо перестроиться, до одной до тормозки. Вторая есть. Жара, пацаны, жара. Шумели, да?